Так, короче, сегодня модная рок карагандинская тусовка показывает всем женщинам Казахстана, в частности Караганды, как правильно готовить пиццу. Быстро, мощно и без всякой хуйни. Одну уже мы приготовили. Вот, одну пиццу приготовили под модный напиток Бакарди Уокторт, 36 градусов, 1035. Короче, все, одна пицца готова, вот она. Сейчас пойдет вторая. Самое главное при приготовлении второй пиццы не чистить противень. Это все хуйня, что нужно почистить, чтобы был чистенький. Вот, наоборот, вот шкварочки остались, это самое ништяк. Чистые калории, вот, правильно. Так, что делаем? Где тесто? Тесто. Тесто вот сейчас. Так, сейчас мой напарник Василий. Василий. Главное аккуратно слипшееся тесто разъединить. Разорвать могилу. Кстати, местное тесто, купленное в дорогом супермаркете Юма. В модном. Да. Ну, в модном и в дорогом, да, вообще. Очень классно. И запомните... Можно я пиздану немножко? Да. И запомните, дорогие женщины, вот эта вся хуйня, там тестом посыпать, скалочкой раскатать, нахуй не надо. Мы сейчас сделаем мод из трех кусочков, сделаем одну пиццу, а потом по факту в конце она будет выглядеть как единая целая пицца, как будто мы ее раскатали. Так что нахуй это не надо все раскатывать, нихуй там туда-сюда. Да, вот как говорится, три рецепта пиццы. Раз, два и три, да? Если появятся дырочки, все хуйня, вы не переживайте. На этом случае у меня есть кусочек. А, подожди, может сначала муку надо было под низ, чтобы она не прилипла? Нет. У нас же тут все уже до этого, шкварочки остались. А, уже все готово, да? Сейчас вот мы... Главное, вот правильно Василий делает. Обратите внимание, с нахлёстом. Зачем ты Саню называешь Василием? Кстати, пиво мы не пьем, не знаем, сейчас баночка пива тут стоит. Кстати, пиво вообще это, ну, яд. Не пейте никогда это пиво. Лучше пейте модные вот рок-напитки. Сразу после пива. Сразу. Бакарди там, вино и прочие дела. Пиво это просто недоразумение у нас тут получилось. Так, берем модный кетчуп при желании, не кетчуп, а томатный соус с базиликом при желании. Самая карагандинская мощная фирма при желании. Майонез, кетчуп, там она у меня, все дела, короче, есть. Вообще, все. Так, Василий, все готово, может? Я улегся. Вот, видите, сколько времени сэкономили, а вы с скалочками катаете, все, чтобы ровненько. Нет, настоящая рокерская пицца вот должна выглядеть так. Побольше крови. Ставьте лайки, чтобы больше открывать. Не, ну смотри, вот нормальные чуваки собрались. Вот зачем заказывать какую-то пиццу за бешеные деньги, неизвестно, что тебе привезут. Здесь, допустим, за мелкий прайс можно все это дело сделать, да. При помощи, короче говоря, модных ножей Фишман, короче говоря, за 3000 тенге. И, короче говоря... Подождите, за рекламу заплатили за Фишман? Да не, ну я с ними на днях свяжусь. Не, мне тоже кажется, что нас обманывает, да, постоянно Фишман, да, как будто он за это получает, а мы мимо, да? Да ладно, на следующие выходные я проставляюсь. Спонсор кто, Фишман? Фишман не отдаст деньги, а я проставлю. Предварительно порезали колбаску. Вот, пожалуйста, все, чтобы время не тратить сейчас на это все. Раскладываем колбаску. Сверху аккуратненько, можно все. Да, можно, не можно, только порезать. Все в тренде. Все в тренде, да, и потом в тренде. Пошла колбаска. Колбаса, фирмы. А что, это, вообще, а как вы думаете, ну вот, какая это метал-банда могла бы, допустим, есть такую пиццу? Ну, вот, допустим, под закуску, как думаешь, Ози Осборн, там, это, Блэк Сэббат, Аннигилятор, ну... Сожрали бы забищики, а если бы... Мне кажется, вообще любая бы группа, да, допустим, сожрала бы. Так, пошли, оливочки, ну, не знаю, кому пытается, посмотрите, оливочки. Ты, блин, напарник как шикует. Это просто все, что осталось от первой пиццы, поэтому мало всего. Но вообще, по идее, можно больше, конечно. Да, нужно побольше, потому что первое мы уже сожрали. Кризис в стране. Кризис в стране. Да, у нас дикий кризис. Запомните, что
А простота — это кто? Сестра таланта, а краткость, да, здесь? Да, таланта. Сегодня... Короче, ну простота, смотрите, нахуй это все не надо, там горошек, там что-то. Вот, все, минимум, зато вкусно. И самое главное, сырком, сразу не посыпайте. Потом, когда приготовится, чтобы сырок был тягучим, вкусным, сейчас сразу посыпите, он пригорит, и хуйня получится. Я бы сказал, в поддержку твоих слов, простота, последствия возраста. Все, отправляемся, да, в пиццу, в ад, короче говоря, в горячую духовку. Все, увидимся где-то через сколько? Через 15 минут. Через 15 минут. Все, давайте, а мы дальше пошли бухать. Это, ребята, все, давайте, наливайте по чуть-чуть, а все налито, ну, все, все, отлично, отлично. Короче, прошло 15 минут, или 10, хер его знает, пока покурили туда-сюда, сходили. Пизданули немножко, да? Пизданули, да. Но вы не смущайтесь, что она подгорает. Вот, блядь, вот где, блядь, мой палец, вон она, нахуй, подгорает. Да. Это все хуйня. Для настоящей антикризисной алкопиццы это самое то. Все, закрываем, да, духовку? Да-да-да. И да, ждем да. Еще дальше. Ну все, давайте. Еще минут 15, минут дико молча. Открываем пиццу. Короче, прошло еще... Да, сколько 5 минут. Короче, самое главное одеть модную варежку Фишман, опять же. Фишман... К сожалению, они не могут показать козу, но тем не менее, это рокерская пицца. Да. Антикризисная. Давай, засылай, мы будем сейчас его натирать. Короче, с Фишманом идем по жизни вместе. Вот там, сюда, надеюсь, что... Фишман! Идем по жизни! Дострем. И вот самое главное, что сырок трем, когда пицца уже приготовилась. Я заряжен натереть этот сырок. Сейчас я натру сырок. А я напоминаю, что спонсор... Фишман, блядь. В общем, своих пальцев добавил кетчуп потом. Самое главное, не пугайтесь. Если вместе с сыром сотрете пальцы, это наоборот, для настоящей рокерской пиццы это самая тема. Сырок с кровью. Сырок с кровью, да. И в общем, мистер. И отправляем опять в духовочку. Да, в духовку сразу, прям сразу в ад, да, допустим. Давай. Хоп! Встретимся нам через определенное время. 10 минут и мы будем. Так, подожди, я что-то выключил, да? Ну что, вот наша пицца и готова. Достаем. Антикризисная. Сырок расплавился, все, ништяк. Как модно нарезать пиццу треугольничками. Опять же, берем лопатку Фишер, ножик Фишер, все Фишер у нас. Все Фишер. А, нет, не Фишер. Фишман. Я уже лыжи начинаю рекламировать. Короче говоря, в общем, вот эта дикая Фишман. Лопатка Тефаля, та Фишман. Ну все, в основном все Фишман, короче, закуплено здесь. Треугольничками порезали, раз. Ну все фирменное, настоящее. Вот. Самый модный треугольничек. Ну, после этой пиццы ничего нету, ни колбасы, ни оливок. Зато очень вкусно, модно. Ну зато и модно вкусно. Можно закусить, короче говоря, в общем. Выпить это батл портвейна и с таким кусочком, и все будет нормально, и сразу в Гуада ты не отправишься, да? Правильно? Да. Или, допустим, Бакарди там, ну. Эспумиза. В общем, для нормального рок-кутежа, и даже не для рок-кутежа, если, допустим, простые ребята, вы пришли после работы, сами не знаете, что приготовить, не нужно тратить дикий прайс, короче говоря, на какой-то там KFC или Burger King, прочую ерунду. Здесь, по сути дела... Здесь, по сути дела, за 2 рубля 2 копейки можно приготовить себе закуску, ну, дико оттянуться. Короче, пицца вся готова. Василий убежал. Нет, я здесь, Василий. Что мы хотели про... Короче, про Фишман, еще раз напомню, Фишман. Благодаря ей мы могли приготовить такую замечательную пиццу, это просто вообще фантастика. Среди любителей хорошей музыки посидеть, погулять, покушать. Мы можем бюджетный вариант закусона приготовить вот в таком исполнении, и это просто... А что, ребят, вообще, к вам можно по телефону, в WhatsApp как-то связаться, чтобы сами приготовить? О, да, давайте нам 2, и мы приедем к вам. Yeah.